Game on. Всем привет, друзья, с вами ММА. Сегодня будет очень жесткий ролик. Смотрите, вчера мы апали RT на 35 ранг, сделали это. Первым в мире это было, так, довольно-таки очень веселой гоночкой. Но сегодня будет очень важный ролик. Сегодня мы, так как вчера я не записывал прокачку. Я понял, что если ты идешь стримить, то записать ролик о том, как ты просто прокачал перса, не очень заходит, потому что ты сразу запускаешь стрим и бежишь апать первым в мире этого перса. Поэтому я это скипнул, но сегодня мы разыграем Бравл Пасс. Это будет 5 штук Бравл Пасса от меня, так что обязательно все условия в описании напишу, чекайте. Ну, все они вот здесь, грубо говоря, листают, и просто нужно дополнительно нажать кнопочку. То есть, телегу подписаться, подрубить код ММА, я вам так их озвучу, на канал подписаться и нажать кнопку участвовать, и все, по сути. Потом прийти, посмотреть, кто победил, ну и админ там отпишет. Только мой админ, который есть в описании канала, может написать по конкурсу. А сегодня подарок. Ну, конечно, я всегда стараюсь для вас подарки подгонять, но есть еще подарочек, который пришел мне. Сейчас мы его разберем. Смотрите, я перешел по ссылочке, и он спрашивает, хочешь ли ты забрать награду сейчас, ну... И я думаю, что я хочу, в принципе, забрать. Для этого мы здесь с вами все собрались. Вот таким же способом появляется смс-очка, мол, вам тут письмо. Вы получаете бродячий код был и залетает. Давайте сначала значок заберем. И сам скинчик. И причем этот скин еще не вышел в игре. Это очень круто. Давайте возьмем его. У меня, кстати, для вас пару роликов очень жестких уже, по сути, готово. Просто надо их записать. Никак времени не хватает все это сделать. Все. Давайте попробуем проверить, насколько же круто этот скинчик. Обязательно участвуйте в конкурсе на Бравл Пассик, если хотите получить этот Бравл Пасс, потому что там крутой скин на Альприма. Сейчас, кстати, его заберем. И очень жесткий перс, который в ближнем бою сносит всех, кого угодно. Просто любого перса назовите, я вам скажу, что он его сносит. Так. Блин, у него куртка такая, офигеть. Пальто чисто топовое. Окей. Скинчик топовый. Но еще надо момент, знаете, какой зарешать. Пойдем посмотрим, насколько он в СД хорош. Вряд ли сейчас мы там найдем так много бычков с таким же скином. Так, сейчас чуть-чуть вот это поправлю. Так, давайте мишку одефим. Улетел! У него ульта вообще очень эпичная. Чисто по таким кошачьим щитом летит. Ай, там стан. Не успею. Так, он новую мишку кидает. Ой, там сколько залетов. Ульты, не ульты. Там еще и черти хили. Там такой спам нас спамили. Айс. Мне, по-моему, почти новый ультась. Да, и это победа. Ну, давайте посмотрим анимацию победа. Хотя, победа и анимация такая же, как ты его берешь. В принципе, тут то же самое. Так, давайте один нокаутик сыграем. И одну шедешку. Нокаут тоже будет интересно рубиться. Посмотрим, как этот скинчик будет заходить здесь. И вообще сам перс. Ну, в ШД, наверное, все такие. Ой, там как раз новый скин на Пайбе.
есть два скинчика в этой каточке уже из обновы. Лицензия на бой. Фильм, так сказать. Блокбастер, смотрите. На всех телеэкранах. А, там же Мортис. Иди сюда, Мортис. Куда побежал, сладкий? Найс, тут потечность, 500 хп, спайк закидывает. Гад, что мне честно? Потечь, там хп нету, морсит, чилит в кустах чисто. Чисто YouTube гайд записывает, как на морсе нокаут играть. У нее добивание, я понял. Это халява. Самую большую опасность несем сначала. Ладно. Блин, через стенку не ломающих не летит. Я до последнего буду сушить. Давай, Морти, сидим. Реально смех был сейчас вот такой, как у быка. Оу, май. Не бей. Чисто скинчик 3 в 1 решает, народ. И этому скинчику вообще на все. Пофиг. Кто круче? Папер? Ну, Папер крутой скин, да. Ладно, я сказал, паперскинчик круче, да? Значит, так есть. Погнали сюда, как хотели. Ну, надо было залетать просто и сносить все. Ну, у меня и частенько не ломающие так бесит. Это просто жесть. Да, погнали сразу в центр. Сейчас будем. Найс трай. Ульта нажималась, но не поражалась. Ну ладно, сейчас камбэчину сделаем. Как видите, пока скинчик не решает. ШД, другие правила и закон. Ух, там есть вон Эль Прима тоже. Кайф. Давай, Каркарыч, гасим их. Чисто чё они собрались, да? Погнали, Каркарыч, гасим их всех. Давай. Куда ты прёшь? Ай, блин. Здесь, смотрите, короче, сейчас кино просто оборвется. Если сейчас я не затаскиваю, то ты иди, знаешь, погуляй. Если я сейчас эту не забираю, все, просто вот ролик сразу стоп, смотрите. Все, шутки закончились. Ой-ой-ой!